Так, принято решение сегодня провести заседание внеочередной сессии. Приняли мы с вами решение, что без перерыва начинаем работу. Есть предложение начать работу внеочередной сессии. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержавшиеся? Спасибо. На повестку дня выносятся два вопроса. Это внеочередная сессия. Первый вопрос – внесение изменений в решение Ачинского районного совета депутатов от 27 сентября 2012 года номер 2281-Р о регламенте Ачинского районного совета депутатов, который был отклонен в прошлой сессии. И второй вопрос – внесение изменений в решение Ачинского районного совета депутатов от 18 июня 2015 года номер 43-409-409-Р о утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Ачинского района. Предлагаю, коли это не очередная сессия, предлагаю утвердить предложенную повестку дня. Кто за данное предложение? А дополнение можно? Нет. Кто против? Воздержавшиеся? Спасибо. Так, Наталья Ивановна, пожалуйста, по первому вопросу. Уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект решения, который был рассмотрен на комиссии по законности и который был перенесен с прошлой сессии на неочередную сессию. Он у вас у всех имеется. Коллеги, мы вопрос этот рассматривали, подходили к нему тщательно. Значит, у нас получилось, что комиссия предложила, по законности предложила вариант на голосование вынести ранее рассмотренный депутатской комиссии по законности проект решения о внесении изменений в решение Ачинского районного совета депутатов от 27 сентября 2012 года номер 22-181-Р о регламенте Ачинского районного совета депутатов с учетом порядка избрания председателя районного совета и главы Ачинского района тайным голосованием двумя третями голосов от установленной численности депутатов представительного органа. В районный совет от меня было подано, значит, предложение внести поправки к проекту решения внесения изменений в решение Ачинского района совета депутатов, то же самое о регламенте Ачинского района. У нас здесь в нашем действующем регламенте в статье 35 каждая поправка обсуждается и голосуется отдельно. Значит, Наталья Ивановна, можете немножко мне здесь помочь? Мы сразу... Я тоже, можно? Там, да? Буквально. Да какая поправка? В качестве реплики просто я напомню. На том заседании мы, если говорить о поправках, то за тайное голосование мы проголосовали. Да, да. Чтобы вы все помнили, да? А у нас вопрос уперся в две трети. Две трети. То есть по принятию некоторых решений сейчас. Да. А и из-за этого мы, в общем, не приняли документ. Вот сейчас как бы мы опять с вами должны реально внимательно отнестись к этой работе, чтобы у нас не получилось еще одного переноса или накладки. Давайте я зачитаю все поправки, и потом будет выноситься на голосование каждая поправка по проекту решения. Первая Наталья Ивановна, минуточку. Значит, сначала мы рассмотрим мои предложения поправки, а потом вернемся к процедуре голосования с учетом вот первого предложение, значит, комиссии, и потом уже с учетом поправок всех. Хорошо. Я их зачитаю для ознакомления. Татьяна, покажите сразу всем депутатам, какой. Давайте поправки главы района, а потом общие, чтобы было понятно. А регламент? Больше отдельно, суп отдельно. Здесь написано о регламенте. Угу. Все, нашли. Был вариант один, вариант два. Вот у нас остался вариант два на руках. Угу. Предлагается, пункт 1, статьи 8, изложить в следующей редакции. Председатель районного совета избирается из числа его депутатов тайным голосованием, простым большинством голосов
от установленной численности депутатов представительного органа. Пункт 6 этой же статьи 8 предлагается изложить в следующей редакции. Избранным на должность председателя районного совета, в том числе по итогам второго и последующих туров голосования, считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов от установленной численности депутатов представительного органа. Статья 26.1. Переходим. Пункт 1. Предлагается изложить в следующей редакции. Глава Ачинского района избирается на правомочном заседании представительного органа тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, далее комиссия. Четвертая поправка. Пункт 11 этой же статьи. Значит, избранным на должность главы Ачинского района считается кандидат, набравший в результате тайного голосования большинство голосов от установленной численности депутатов. И пятая поправка. Четвертый абзац пункта 12 статьи 26.1. Значит, предлагается изложить следующим образом. Результаты избрания главы Ачинского района оформляются решением районного совета депутатов, которое вступает в силу со дня следующего за днем его принятия. Все, только 5 поправок, которые я озвучила. Так, коллеги. До этого все они были, да, написаны по-другому, как у вас в действии. Коллеги, да, вот глава района внес поправки, как бы получается под себе, большинство. Вот мы сейчас будем голосовать, а потом как будем своим избирателям. Есть 2/3 тайное голосование. Нормальная процедура. Так, коллеги, значит, согласно нашего регламента, мы с вами должны сейчас проголосовать все по каждой поправке отдельно. А затем будем вносить предложение на голосование за вариант, предложенный комиссией, а второе с учетом предложений, внесенных главой уже в целом, если будут поддержаны поправки. Итак, значит, ставлю на голосование по поправкам. Пункт 1 статьи 8 предлагаю изложить в следующей редакции. Председатель районного совета депутатов избирается из числа его депутатов тайным голосованием простым большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа. Кто за данное предложение, прошу голосовать. А можно вам вопрос задавать? В чем вы видите преимущество вот этого голосования открытого? Почему? Простым большинством голосов. В чем вы видите преимущество? Я уже это говорила, что... Но не было Шелепа, не было еще кого-то. Мне интересно, вот как. Вот вы избирались тайным голосованием, а кто-то должен открытым. Да нет, вы избирались, я не помню, как... Там тоже простым большинством. Можно я поясню? На сегодняшний день у нас в уставе идет большинством голосов. И наши решения, они не должны противоречить уставу. Устав для депутатского корпуса имеет высшую юридическую силу. Мы же вносим изменения, сколько? Внесем изменения. Прокуратура опять обжаловалась сюда. Нет. Благо Семен может подтвердить, устав мы пересматривали. Мы не имеем права вступать в устав. Мы не имеем права изменить. Комиссия вносит, да. Тогда это незаконно. На сегодняшний день, на день принятия решения, у нас в уставе звучит, что должностное лицо, то есть председатель районного совета депутатов, заместитель председателя районного совета депутатов избираются простым большинством голосов от установленной численности. И принимать проект решения... Да, и зачем мы его вносим, если оно незаконно? Я об этом заявляла на комиссии. Комиссия предложила. Да, коллеги, предложила комиссия. Комиссия предложила, скажем так, комиссия по законности. Я вам доложу. Когда-то Куронин по тебя делал. Тихо. Тише, тише, тише. Так получается. Коллеги. Комиссия предложила. Третьих под себя. Но. Никто под себя не будет делать. Так. Комиссия предложила данный момент. Коллеги, выступает депутат, слушайте. Я, да, как председатель комиссии по законности, который принимал непосредственное участие в этом моменте. Почему обсуждался вопрос по 2/3, а не по простому большинству? Учитывая, что прямые выборы в районе отсутствуют, и главу района избирает именно депутатский корпус, то было предложено усложнить, немножечко поднять выше эту планку, для того, чтобы
глава, который будет утверждаться депутатами районного совета, имел максимально большую поддержку в депутатском корпусе. Вот для этого и была предложена планка именно 2/3. Она, понятно, не упрощает ни для кого задачу. Она, понятно, усложняет эту задачу для любого из кандидатов. Здесь разницы нет, Сергей Павлович, вы какие хотите фамилии называйте там, хоть Куронина, хоть Осиповой, хоть кого. Но сегодня, скажем так, эта планка именно предложена только в связи с этим. Подождите, 100% приходит численность. Но? Ну и все, и большинство и примет решение. Никаких 2/3 не сыграет. А при чем здесь большинство? А может все сразу было смысл на сегодняшний день человека. В уставе указано, может получиться, мы не можем так, противоречить. 2/3 никто не наберет. Это то же самое. Никогда. И мы будем эту процедуру продолжать долгое время. А район будет без руководства, да? Не будет. Не переживайте, район никогда без руководства не будет, потому что пока не будет назначен новый глава, будет осуществлять полномочия предыдущий человек, или будет исполняющий обязанности. Или будет исполняющий обязанности. Это не совсем другая история. На данном этапе, раз уж мы начали обсуждать, давайте тогда сначала обсудим эту тему, а потом вернемся к голосованию. На всем этом этапе, скажем так, мы вносили изменения в уставы. Да? Регламенты. Мы, Наталья Ивановна вот здесь докладывала нам, мы вносили изменения, в том числе вы все голосовали за принятие, приведение устава в соответствии с тем, чтобы были не прямые выборы главы, а путем назначения через конкурсную комиссию. Правильно или нет? Да, в соответствии с законодательством. Вы привели это в соответствии с законодательством. Уважаемые коллеги, вспомните. Уважаемая Наталья Ивановна, уважаемые другие наши, скажем так, наши коллеги убеждали нас в том, что данная норма начнет работать со следующего созыва. Она не коснется никаких изменений, что этот состав, созыв дорабатывает в таком режиме, как он есть и так далее и тому подобное. Сейчас, когда подошло данное время, оказывается, что данная норма начала работать уже с того момента, как мы приняли данный устав. И теперь получается, что ваш совет, наш нынешний совет... Минус замедленного действия под нас подложили, мы под других подкладываем. Да. И сейчас, допустим... Примем решение, будет протест прокуратуры, отменим. Можем ждать опять протестов, надо будет сейчас узнать. Что ждать? Ну тогда давайте послушаем Ольги Семеновны. Есть уставы или нету? Для того, чтобы был протест. Я просто это к чему говорю. Раз уж мы говорим с вами об утверждении все-таки главы составом совета. Что мы сейчас хотим? Давайте тогда все-таки хотя бы создадим эту планку, которую человек все-таки должен преодолеть. Который стремится добиться, скажем так, на вершину этого Олимпа, но он должен все-таки обладать поддержкой хотя бы 2/3. То есть большинство. Или если хотя бы не обладать, то хотя бы уметь возможность договариваться с людьми. Коллеги, у кого есть еще желание выступить? Знаем большинство. Выступить? По данному вопросу, конечно. Но надо все равно выступать, обсуждать. Нет выступать. Вы сидите, у вас цветы поговорить. Почему вы так себя ведете некультурно, а? Как некультурно? Так, коллеги, у нас идет сессия. Все, успокоились и начинаем процедуру голосования. Поступили предложения. Руку поднял как положено. За что подняли-то? Да ни за что еще. Я хочу вопрос. Давайте так. Ну вот Жуков говорит Куронин, кто-то говорит Осипова. Хорошо, давайте откинем Осипова и Куронин, назовем там. Некто фигура X пришла, которую фигуру мы этого и не знаем. Но фигура имеет определенное влияние на вновь избранных депутатов или еще где-то что-то как-то там-то. Так вот той фигуре, как легче избраться, 11 человеком или 14 человеком? Я понимаю, если ты хочешь сказать под меня, мне тоже легче 11 избраться. Правильно? Но я не хочу, чтобы пришла какая-то фигура X со стороны и избралась спокойно простым большинством. Но подойдет следующая фигура Y и скажет, извините, а я тоже хочу быть. Или Y, абсолютно верно. Или Шелепов закусит опять на пиарить. Коллеги, мы немножко углубились. Значит, два предложения, я уже объяснила.
я должен высказаться до конца. Мы уже углубились в нюансы, начинаем. Одно написано, одно предложено. А чему тогда на комиссии юрист нам не сказал, что в уставе записано вот так? Да, а чего? Юрист на комиссии это говорил. На комиссии по законности это обсуждалось. И говорилось о том, что наше решение, то есть ваше четыре решение, человека не должны противоречить уставу и федеральным законам. А да. Коллеги, давайте Ольгу Семеновну послушаем. Коллеги, Ольге Семеновне надо время, чтобы посмотреть. Не, ну этот проект устав направлены. Федеральное законодательство огромное, да. И мы читаем буквально любую запятую. Проект я понимаю вас, но... Так, коллеги, я еще раз ставлю свои поправки на голосование. Так, значит, ставлю проекты на поправки на голосование. Пункт 1, статья 8, изложить в следующей редакции. Председатель районного совета избирается, председатель и заместитель здесь. У заместителя написано у нас в статье, кстати, в регламенте, что он избирается большинством голосов, тайным голосованием. Значит, в регламенте это есть? В уставе и в регламенте. Так, коллеги, нашли все? Нашли, да. Председатель районного совета избирается из числа его депутатов тайным голосованием простым большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа. Кто за? Голосуем. Поднимайте руки. Выше их держите, пожалуйста. Да. Нет, мы голосуем по регламенту, по моим поправкам. По моим поправкам приводится. Считаем голосы, их не хватает. Я не вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, надо 11. Я правильно говорю? Правильно. Все, до следующую поправку голосуем. Так, это посмотрим, кто. Это не проходит. За следующую. Посмотрим, кто за ту руки поднимет. Да. Потом избирательным доложим. Так, значит, у нас получается, первая поправка у нас не прошла. 10. Не прошла. Смотрите, сейчас сколько депутатов подождите, подождите, уважаемые коллеги, я вас хочу перебить, чтобы вы внимательно отнеслись к данному вопросу. Это была предложена поправка. В основе документа, принятого комиссией, лежит текст 2/3 голосов. Соответственно, он теперь остается для дальнейшего голосования. Да, правильно вы говорите. А не так, что мы сейчас за него еще раз должны голосовать. Нет, он уже внесет. Это он уже вносится с поправкой. Вот поправку мы не приняли, идем дальше. А против воздержавшись? Так, теперь голосуем. Против. За следующую поправку. Нет, неправильно. Тише. Неправильно. Почему? Внимательно. Потому что. Да, неправильно. Ты, Роман, не прав. У нас было другое. Ты на прошлой сессии не был. Сейчас послушай. Тамара Ивановна, слушай вас. Так, за мы проголосовали. Теперь кто против? Против. Против поправки. Против поправки. Раз, два, три, четыре. А смысл-то? Пять. Ну надо правильно проголосовать. Правильно надо делать. Ну, Роман, ты прав. Кто воздержался? Один человек. Вот наконец-то хоть все депутаты работать стали. Коллеги, Татьяна Анатольевна. 11 человек за, 5 против. Где один человек еще? Двое. Воздержались, давайте считаем. Воздержавшихся двое. Один. Так, коллеги, двое вы внимательно слушаете, кто голосует. Кто голосует, надо смотреть, потому что это вопрос серьезный, вы поймите. Поднимайте руки выше и поддержите. Давайте, кто против, считаем. Мы имеем право. Раз, потом. Подождите, стоп. Давайте. Имеем повторное голосование? Нет, имеем. Давайте я вам зачитаю. Порядок проведения открытого голосования. Статья 25 регламента. Пункт 7. Повторное голосование по рассматриваемому вопросу проводится, если выявлены явные ошибки в порядке и технике проведения голосования. Считаю, что выявлены ошибки. Мною сколько депутатов? Потому что депутатов сколько присутствующих? У нас 17 присутствующих депутатов. За проголосовало 10, против 5. Где двое? Где двое? Кто не голосовал? Так, значит, ставим на голосование, повторное голосование проводим. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Повторное голосование по проекту. За какое данное предложение?
По первой поправке. Предложенное. Повторное голосование. Коллеги, слушайте внимательно. Проводим повторное голосование по первой поправке, внесенной в проект решения главой района, председателем районного совета депутатов. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции. Председатель районного совета избирается из числа депутатов тайным голосованием простым большинством от установленной численности депутатов представительного органа. Кто за данную поправку, прошу голосовать. Держим руки, пока секретарь не посчитает. Уважаемые коллеги, повыше, не так, чтобы видно было. 10, 11, 9. Ну, есть ведущий, что все-то говорите? Так, держите руки. Ну, я еще не сказала, опускаем руки. Все держим руки. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вы себя посчитали? Да. Да. Все. Один человек где-то кто? Так, кто против? Тише. Кто против? Против. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Вот теперь вот сейчас воздержавшихся нет. Нет. Вторая поправка. Да, принимается. Пока принимается, вносится решение, проект решения. Вторая поправка. Коллеги, слушайте внимательно. Тамара Ивановна, извините, перебью вас. Чтобы не было здесь двух трактований, мы должны голосовать и за одну, и за вторую сразу поправку или нет? Здесь сразу вносится. Нет, я имею в виду, смотрите, Тамара Ивановна, про что я говорю, чтобы вам, Наталья Ивановна, чтобы вы нарушите, я прошу вас. Да, Сергей Валерьевич. То есть сейчас мы должны голосовать за предложенную комиссию. Предложенная комиссия, кто вариант? Нет. Мы голосуем за вторую предложенную мною поправку. Слушаем внимательно. Пункт 6. Не спорю, у каждого свой. Статьи 8, правильно. Коллеги, Валерий Викторович, пункт 6, статьи 8. Изложить в следующей редакции. Нашли? Да. Избранным на должность председателя районного совета, в том числе по итогам второго и последующих туров голосования, считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов от установленной численности депутатов представительного органа. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Держим руки. Так, мы должны все равно голосовать за каждое предложение. Валерий Сергеевич. 11. Кто против? Меня слушайте внимательно. 2, 3, 4. Все воздержались. Так, 5 против. Воздержались. 1. Третья поправка. Пункт 1. Статьи 26.1. Так, Александр Александрович, мы на сессии. Пункт 1 статьи 26.1 изложить в следующей редакции. Открываем статью. Глава Ачинского района избирается на правомочия. Коллеги, мы не обсуждение закончили. Избирается на правомочном заседании представительного органа тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Далее комиссии. Прошу голосовать. Кто за? Держим руки, пока я не скажу. 11. Кто против? Кто против? Камеру зафиксируйте, чтобы избирателям против. Показать потом эти лица, кто голосовали за и против. Сколько против? 5. Кто воздержался? Пойдут. А вы что вы смеетесь? Вы пойдете на выборы в город. И будем показывать, как вы голосуете. Так, Валерий Викторович, у нас сессия. Я думаю, никуда не пойдет. Конечно, никуда не пойдет. Кто не пойдет? Идет голосование, не надо. Кто? Коллеги, идет голосование. С вами пойдет. Да, да. С вами пусть идет. Так. Но пасаран, Роман. Коллеги, прекратите запугивать. Это что такое? Хватит давить. Коллеги, прекратите запугивать. Тем более, что присутствие... Из дома присутствие. Тамара Ивановна, давайте так. Если мы будем сейчас обсуждать этот момент, у кого запугивать, вы их запугали уже давно. Вы их вызвали каждого, получается. А вы сейчас сидите пугаете. Ну вы сейчас на сбиту сидите пугаете. Ставим на голосование... Коллеги, ставим на голосование четвертую поправку. Зачем это вообще пришло?
пришли. Сиди здесь в 11, да решай вопрос. Пункт, раз такой умный. Пункт. Запугали тебя. Коллеги, пункт 11. Пункт 11. Статьи 26.1. Изложить следующий редактор. Вы меня не запугали, коммунисты. А сейчас никого не боюсь. Коллеги, слушаем внимательно. Избранным на должность главы Ачинского района считается кандидат, набравший в результате тайного голосования большинством голосов от установленной численности депутатов. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Держим руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Воздержавшиеся. Пятая поправка. Четвертый абзац пункта 12 статьи 26.1 изложить в следующей редакции. Результаты избрания главы Ачинского района оформляются решением районного совета депутатов, которое вступает в силу со дня следующего за днем его принятия. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Держим руки, коллеги. Фотографируйте. У вас Ольга Григорьевна бесполезно фотографировать. Давайте так, коллеги, держим руки, я еще не говорила, опускаем руки. Раз, два, три, четыре. Я не про вас, я про других продажу. 8, 9, 10, 11. Вы-то понятно. К вам вообще вопрос. Кто против? Против? Против. Шесть. Так, 6, да? Воздержавшиеся? Нет, поправка принимается. На голосование вносится проект. Вносится на голосование проект с учетом поправок, внесенных... Принятых. Принятых. На заседании внеочередной сессии. Так, сейчас мы голосуем за первый вариант. И за второй вариант с учетом поправок. Нет, не так. Голосуется за проект, вынесенный на решение на сессию, с учетом принятых поправок депутатским корпусом. Все, поэтому мы говорим, мы сейчас возвращаемся к голосованию по проекту. В целом, с учетом принятых на заседании неочередной сессии поправок. Дарья Ивановна, а сначала предложение было комиссии. Комиссия же мы. Надо по мере поступления голосовать. Нет. А как? Нет. Здесь это у нас получается, ну вот то же самое, что мы на комиссии сейчас рассматривали. Голосуй, не голосуй, сама проиграешь. Предложение Ольги Семеновны. То есть мы приняли в целом проект решения с учетом поправок. И потом возвращаемся к голосованию. С учетом мы не возвращаемся к первичному. Мы сразу принимаем второе. Предложение комиссии и с учетом поправок второе же предложение. Ну, это лишним не будет, если вы так считаете. Но я по считаю, процедуре... Что, потому что комиссия предлагала выносить... Коллеги, предлагаю проголосовать в целом за проект решения с учетом поправок, внесенных главой района председателем Совета депутатов. С учетом поправок. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Держу руки. Раз, два, три, четыре. 11. Кто против? Все, что я правильно сейчас с головой разговариваю. Кто воздержался? Нет. Все. Коллеги. Да. Коллеги. Теперь слушайте внимательно. Каждая сессия так и протанцуется. Коллеги, слушайте внимательно. Ставлю на голосование проект решения, предложенный комиссии, депутатской комиссии по законности. Тара, давайте мы у него вообще вы без нас примите решение. Где учитывается две трети голосов. Я вообще не вижу смысла общаться тут дальше. Что? Так, коллеги, кто за то, чтобы предложенный проект решения комиссии по законности утвердить? Прошу голосовать. Зачем вы нас спрашиваете? Взяли, да проголосовали, в кабинете собрали этих людей. Да, вон они сидят ручные. Так, голосуем. Кто за предложенное депутатской комиссии? Кто бюджетник сказал? Татьяна, считайте. Жуков запугали. Так, за 5. Это я сказал.
Александр Александрович, вы себя очень некорректно ведете. Ну как нормально? Ольга Григорьевна, а как вы себя ведете? Мы же не кричим, Валерий. Уважаемые господа, давайте соблюдать тишину. Масло, голосуй, голосуй, вот. За что голосуете? За первое предложение. Так, кто против данного предложения, прошу голосовать. Против данного первого предложения, где две трети. Да ты дурака, не включай, кто тебе забил голову. Ты уж ты принял решение, сидишь, оправдываешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я за отставку, Тамара. Не принято. Тамара Ивановна, предлагаю переголосовать еще раз, потому что... Тамара Ивановна, вы в интернете сессию выложите, что будет. Человек даже не понял, за что голосовал. Значит, потому что вы его отвлекаете. Так, коллеги, вы ведете себя очень некрасиво, и поэтому не мешайте другим голосовать. Предлагаю повторное голосование. Кто за что? Чтобы... Кому? Тише! И зачем? Еще раз, слушайте внимательно. Вот объясните депутатам, он за вас спрашивает. Ну объясняют, вы что кричите? Объясняют, вы не даете. Так у нас существует годики раз в пять лет. Как вам не стыд? Так, Ольга Григорьевна, прекратите. Коллеги, надоел уже. Значит, о, видите, ставится, ставится на голосование. Слушайте внимательно. Получилось у нас сейчас рассматривается два предложения. Первое предложение вынесено комиссией по законности с учетом двух трети голосов от установленной численности депутатов за голосование за избрание председателя и главы района. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто против? Один человек. Оттуда, отсюда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 против. 11 против. Воздержавшиеся. Шелепов. Один воздержался. Теперь ставлю на голосование проект решения, который мы с вами приняли с учетом поправок. Потом пообсуждаем. Коллеги. Ставлю на голосование проект решения с учетом поправок. Кто за то, чтобы утвердить предложенный проект решения с учетом поправок, внесенных главой района председателем районного совета депутатов, прошу голосовать. Держим руки. Кто против? Воздержавшиеся нет. Принимается проект номер 2 с учетом поправок, предложенных главой района, председателем районного совета. Коллеги, вопросы вынесены на заседание очередной сессии, все рассмотрены. Предлагаю заседание очередной сессии закрыть. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержавшиеся. Сессия закрывается. Спасибо за работу.